Войну музыка помогала жить. И это не только красивая метафора. Музыка утешала, придавала силы, звала на бой, поддерживала веру в победу. Поколение победителей уходит, но остается память о тех, кто отстоял нашу родину. И остается музыка, написанная в суровые годы испытаний. Юные музыканты детской школы искусств впервые дают концерт на Центральной площади. Для благодарной публики звучит разная музыка. Военные марши, вальсы, эстрадные произведения. Коллектив 17 человек, школа искусств. Все 100% все играли, всем нравится. Это замечательно, когда дети играют музыку военных лет. Они познают историю, в том числе и музыкальную. С помощью музыки дети рассказывали о подвигах солдат, медсестер, тружеников тыла. Зрители не хотели отпускать музыкантов, а ребята уходить. Тоже не хотели уходить. Просили меня, давайте еще поиграем. Но у нас регламент, нам час, мы должны освободить площадку другим коллективам. Детский духовой образцовый оркестр села Новоникольск подхватил музыкальную эстафету. Сегодня мы исполняли и марши, и вальсы, произведения, посвященные Великой Отечественной войне. В частности, это «Катюша», это «Прощание славянки», это «В далекий путь». Оркестр существует уже 20 лет. Его состав постоянно меняется, так как основная часть – это школьники. Самой младшей участнице – 9 лет. В 16:00 на Центральной площади заработала танцевальная площадка. Под звуки патефона любой желающий мог закружиться в вальсе военных лет. Танцы, которые танцевали в 40-е, 50-е, это вальс, танго, полька, запрещенный чарльстон, фокстрот, яблочко, матросский танец. Для того, чтобы площадка не пустовала, полтора месяца шли бесплатные мастер-классы. Сложившиеся на уроках танцевальные пары решили соблюсти дресс-код военного времени. Девушки облачились в платье в стиле 40-х, парни тоже постарались максимально приблизиться к ушедшему времени. Мы искали фотографии специально, узнавали, как тогда было, прически, костюмы, все готовили к тому времени. На площадку мог зайти и любой прохожий. Первыми предложением воспользовались дети. Ничего сложного нет в этих танцах, поэтому не нужно стесняться и бояться. Выходим на наш танцпол и пробуем себя в деле. Екатерина Гриб, Матвей Мугер, Телемикс.